Джина, сделай мне одолжение. В этой колоде так много карт, помоги мне выбрать одну. Просто раздели колоду надвое. Отметим карту, положа части колоды вот так. Возьми, пожалуйста, ручку, салфетку, на ней можно написать, еще нам понадобится блюдце. Теперь я хочу, чтобы ты взяла карту и посмотрела на нее. Возьми карту, покажи ее зрителям. Теперь положи ее в центр колоды. Отлично. Напиши название карты. Я не хочу видеть, что ты пишешь. Не показывай мне. Просто напиши название карты, чтобы зрители видели, что у нас есть письменное свидетельство. Готово? Покажи в камеру, что это за карта. А теперь сложи салфетку в несколько раз. Хорошо. А теперь уничтожим свидетельства, словно их и не было. Пусть догорит до конца. Горит. Еще как. Сейчас горят свидетельства, указывающие на карту, которую ты взяла. Все улики буквально превратятся в прах, будто их и не было. Смотрите. Смотри на свою карту. Смотри. Как твоя карта появляется у меня на руке, проявляется изображение карты. Это была бубновая двойка? Да! Пепел на руке. Пепел на руке. Вам понадобятся спички, а также блюдце или пепельница, бумага, салфетка или просто клочок бумаги, колода карт и... клей-карандаш. В нем-то весь секрет. Какое нам нужно приготовление? Надо нарисовать на руке изображение какой-нибудь карты, любой, какая вам нравится. Мы рисуем карту здесь, на руке. Пусть это будет двойка. И нарисуем знак бубен. Если у вас длинные рукава, можете их закатать, потом опустить обратно, а когда понадобится, закатать снова. Итак, мы готовы начать фокус. Вы навязываете выбор бубновой двойки любым способом, описанным в моей книге. Заставляете написать ее название на бумаге, свернуть ее и... поджигаете. Будьте внимательны, когда проделываете подобные вещи. Всегда держите под рукой воду. Пусть горит до самого конца. Как только бумага сгорит дотла и превратится в пепел, мы берем этот пепел, кладем на руку и втираем, вот так. Втираем, и видим, как проявляется изображение определенной карты. И эта карта... бубновая двойка.